Встал специально пораньше, поставил будильник, сейчас 8:10 по московскому времени, чтобы первым посмотреть трейлер нового БП, трейлер нового сезона, ну и, соответственно, скачать обнову. Сейчас буду качать, играть, короче, вот, такие дела. Hola amigos, на связи Матвей. Да, наконец-то мы все дождались нового 5-го сезона 2-й главы Fortnite. Представляете, с момента запуска нового сезона прошло уже более 1.5 суток, и он мне еще до сих пор не надоел. Да, такого давненько не было. Собственно, о чем мы сегодня поговорим в этом ролике? Думаю, вслух зачитывать вам новые добавленные локации и предметы будет бессмысленно. Уверен, вы все их прекрасно знаете. Я думаю, уже все, кому не лень, сделали подобное видео. Но я решил пойти немного дальше. В этом видео я хочу вам рассказать и обсудить, на первый взгляд, незначительные изменения в самом геймплее Fortnite, как поменялся сам геймплей в арене и турнирах. Также немного поразмышляем насчет будущего данного сезона. Поразмышляем на тему, какой сезон можно назвать самым лучшим и как это определить. Ну и также расскажу вам некоторые незаметные изменения, которые нам принес новый сезон, конкретно Fortnite Mobile. Ну а перед тем, как мы приступим к самому ролику, если вы впервые на моем канале, и если вы так же, как и я, играете в Fortnite Mobile, да даже если вы играете на другой любой платформе, обязательно оформите подписку. Поддержите меня как начинающего автора, я стараюсь. Ну а если вы уже подписались, то ни в коем случае не стоит забывать, что наилучшая поддержка меня, это мой тег-автор Мотивкар в вашем ждевном магазине Fortnite. Смело водите его и покупайте. Покупайте исключительно с ним. Вы видели новый боевой пропуск? Да, такого сочного БП у нас не было давно, так что обязательно его покупайте именно с моим тегом. Также вы можете делать скрины ваших покупок с моим тегом и добавлять их в специальный альбом моей группы канала ВК, ссылка в описании. Так вы сможете попасть в ролик, как и следующие ребята в конце видео. Ну а теперь после небольшой саморекламы давайте-ка приступим непосредственно к сегодняшней теме. Ну, во-первых, хочу совсем немного времени уделить тому, чтобы вы посмотрели мою реакцию на новый сезон. Я покупаю БП. О, да. О, Мандалорец сразу в начале дается, это же имба. Не знаю, я сейчас прыгну в колки башни. Там колки и ключи теперь наполовину брошенной башни. Реально брошенной башни, офигеть. Алды на месте. Офигеть. В общем, ладно, понимаю, вы здесь не за этим. Ладно, давайте обсудим, почему этот сезон можно считать лучшим сезоном. 5-й сезон 2-й главы это такой сезон, где вот абсолютно все сбалансировано. То есть предыдущий 4-й сезон, грубо говоря, был полностью просто рекламой Marvel. Не подумайте, что я не люблю Marvel, мне не нравятся коллаборации. Marvel я люблю, как и коллаборации в игре. Но коллаборации должны оставаться коллаборациями. Везде есть свой предел. Круто, когда коллаборация длится всего 2 недели, в этом есть что-то такое необычное, что вот хочется попробовать поиграть. Или если коллаборация, это небольшое упоминание в боевом пропуске и новом сезоне. Например, как в этом сезоне с Мандалорцем. Есть один эксклюзивный скинчик и одна небольшая локация. В принципе, что не очень сильно привязано к игре. Просто как было в предыдущем сезоне, все крутилось вокруг Marvel, и Marvel был сильно привязан к игре, это надоедало. В общем, первый плюс этого сезона. Вторым бы плюсом я бы назвал игру Epic Games с нашими чувствами. А именно, я говорю про ностальгию. Вот вы думаете, что эпики убирают какие-то оружия и локации просто чтобы комьюнити побесить? А вот и нет. Там в офисах сидят довольно-таки умные люди, которые мыслят далеко вперед. Не зря говорят, чтобы сделать человека счастливее, отбери у него что-нибудь, а потом верни. Так и делают эпики. Их игра Fortnite существует довольно-таки долго, аж целых 3 года, и всегда имела изменчивые обновления. Что-нибудь старое у нас отбирали, что-нибудь новое добавляли, и потом это новое снова убирали. В общем, запомните одну золотую фразу. Эпики из игры что-то убирает, чтобы это потом вернуть. Это как и было в 10-м сезоне, когда вернули пыльные склады практически спустя 2 года. Это как и сейчас добавляют брошенные башни спустя 1.5 года отсутствия. Ну и также, когда вернули старые дефолтные скины. Только в последнем случае на вашей ностальгии эпики еще и заработали. Думаю, вы знаете, что Fortnite стал таким старым и ламповым в этом сезоне не только благодаря возвращениям старых локаций. Не знаю, заметили вы или нет, но эпики также вернули много старых звуков в игру. Сейчас в игре присутствует
присутствуют старые звуки при открытии сундуков, при пополнении щита, при пополнении хп и так далее. Именно благодаря этому у меня сейчас игра ощущается так же, как и когда-то ощущалась в 2019 году. Теперь давайте перейдем к третьему плюсу нового сезона. Думаю, все успели заметить, что в паблик стало как-то сложно играть. Да, и это вам не показалось. В пятом сезоне второй главы эпики из паблика убрали ботов. Да, теперь все 100 человек на карте являются живыми игроками. Теперь можно смело танцевать перед игроками на стартовом острове, зная, что это реальные люди и они вам ответят. И я этому очень рад, потому что меня всегда бесил тот факт, что во всех сезонах второй главы, кроме пятого, мы не воспринимали паблик всерьез. То есть, ну реально, паблик это был просто как тир. Думаю, меня сейчас не все поймут, потому что, например, у ПК игроков ботов в паблике было намного меньше. Но вот, играя в паблик в пятом сезоне на консоли или на телефоне, это сильно ощущается. До этого паблик мне был просто неинтересен, я в него играл только когда в туалет ходил. А вот сейчас я серьезно играю в паблик и стараюсь выиграть. Кстати, я уже успел занять топ-1 в этом сезоне, вот зонтик, да-да, прикольно. Ладно, перейдем к четвертому плюсу данного сезона. Играть стало априори интереснее благодаря новым механикам игры. Ну а конкретнее я имею в виду NPC персонажей, потому что раньше NPC в игре нам представлялись просто как мишени, по которым надо было исключительно стрелять. Но вот теперь NPC не только как мишени. Помимо того, что их можно убивать, теперь у некоторых можно взять некоторые задания, за выполнение которых вы получите золото. И потом за это золото у этих же персонажей вы можете купить крутое оружие на игру. Да, и как можно подумать, такое небольшое изменение теперь меняет всю тактику ротейта в игре. Да, кстати, напоследок поговорим про киберспорт. Все мы давно привыкли, что киберспорт для нас в Fortnite это крутой билдфайт, крутой боксфайт, но и при этом более-менее нормальное знание твоих локаций. Да, и этот сезон изменил многое. В связи с тем, что помпу из игры убрали, добавили много новых уникальных способов передвижения, например, как передвижение под песком или возможность телепортации после съедения кристаллов, теперь игроки на арене и в турнирах будут меньше боксфайтиться и больше полагаться на викей. Это однозначно плюс, потому что, думаю, я, как и вы, все устали от этих постоянных боксфайтов и билдфайтов. Так что будем привыкать к новой механике. По сути, это все изменения в самом геймплее. Не будем забывать, что сезон только начался и все еще нас ждет впереди. Прям как я говорил когда-то в начале третьего сезона второй главы. Стоит забывать, что сейчас лишь начало и впереди нас ждет много новых обновлений и изменений по острову. Так что советую оставаться со мной и следить за моим каналом. В этом сезоне меня ждет многое. Эх, как это было давно. Да, ведь уже на сегодняшний день нам известно о таких коллаборациях, как появление Кратоса в Fortnite, появление Хала в Fortnite, будущий турнир от коллаборации Fortnite и OnePlus, в котором, как и в Galaxy Cup, будут участвовать только Android игроки. У меня на канале уже давно, кстати, есть видео по этой теме. Там вся инфа про турнир, так что, ребят, кому интересно, смотрите. Ладно, пишите в комментариях, как вам новый сезон, нравится ли он вам, не нравится, что бы вы добавили. Вот я бы, например, добавил бы джампад. Обязательно, вот прям не ленитесь, прям сейчас поставьте лайк этому видео. Раз вы уже до конца досмотрели, почему бы и не влепить лайк. Ну а по традиции, с вами как всегда был Матвей, hasta luego.